Всего полчаса, и у вас на столе ароматное, румяное и очень вкусное блюдо для всей семьи. Сегодня я поделюсь с вами очень простым рецептом, который отлично подойдет как для праздничного стола, так и для семейного ужина. Для начала куриное филе нужно помыть, просушить бумажным полотенцем и разрезать. Сначала разрезаем грудку пополам, а затем каждую половинку разрежем поперек волокон. Таким образом, из одной грудки у нас получится 4 рулетика. Теперь нам нужно отбить хорошо филе при помощи молотка. Лучше использовать пищевую пленку или чистый полиэтиленовый пакет, как у меня. Тогда и кухня останется чистой, и мясо лучше отобьется. Каждый кусочек уже отбитого филе посыпаем любимыми специями для курицы. Выкладываем несколько небольших кусочков тонко нарезанного бекона. Вместо бекона еще можно использовать ветчину, тоже получается очень вкусно. Я еще обычно кладу пару кусочков консервированного ананаса. Очень люблю это сочетание с куриным мясом. Это будет безумно вкусно. И выкладываем пару кусочков сыра. Лучше взять твердый сыр, который хорошо плавится, ну и который больше всего нравится вам. Теперь аккуратно скручиваем рулетики. Можно использовать зубочистку, чтобы зафиксировать рулетик и наша начинка не выпала во время приготовления. Готовые рулетики выкладываем в форму для запекания. У меня форма стеклянная, поэтому я ничем не смазываю поверхность. Сверху я немного посыпаю специями и поливаю небольшим количеством оливкового масла, для того чтобы наши рулетики аппетитно зарумянились в духовке. Вот и все. Отправляем рулетики в духовку на 30-40 минут при температуре 200 градусов. Посмотрите, какое аппетитное блюдо у нас получилось. Рулетики вышли очень сочные и нежные внутри. Обязательно попробуйте приготовить. Желаю вам отличного настроения и удачных рецептов. Всем приятного аппетита и пока-пока!